Экскурс в прошлое на языке современности. В Тольяттинском краеведческом музее открылась уникальная мультимедийная экспозиция «20 век в кадре и за кадром». Этапы становления города переданы как сюжеты киноленты, герои которой – жители Автограда. К электронным страницам истории прикоснулась Ирина Громеза. В 20 веке языком 21-го. Выставка о жизни провинциального Ставрополя, который превратился в промышленный Тольятти, создана как современный мультиплекс в виде нескольких кинозалов, которые носят название реально существовавших в городе кинотеатров. Экспозиция «Буревестника» представляет историю Ставрополя времен революции и коллективизации. Есть здесь и потайная комната, монтажная. Она оформлена в виде помещения для проявления и печати пленочных фотографий. Но технологии тут ультрасовременные. Снимки за считанные секунды выполняют веб-камера. На фото можно наложить модные фильтры и прямо отсюда выложить на странице соцсетей. Приобретая входной билет, каждый посетитель получает вот такую электронную карту. Она дает доступ ко всем мультимедийным экспонатам выставки. Например, здесь, в зале «Буревестник», легким движением руки я могу запустить кинохронику 20-х годов прошлого века. А в зале «Авангард» он представляет исторический период с 1931 по 1950 годы, есть необычная примерочная. Тут не только можно посмотреть на вещи модниц тех лет, но и примерить их на себя необычным способом – с помощью так называемой «живой метки». Она печатается специальными чернилами, которые считывает сенсорное оборудование. Во многих музеях и в Москве, в столице нашей, в Петербурге, честно говоря, я просто не натыкался на такие выставки, как уже сделали у нас. То есть что-то такое новое внесли в историю. То есть совместили историю и новые технологии. Это очень классно сделали и что-то необычное, что-то новое. Тольяттинский проект выиграл всероссийский конкурс фонда Потанина «Меняющийся музей в меняющемся мире». Технический ноу-хау здесь умело соединяются с подлинными предметами, фото- и видеоматериалами, личными историями ставропольчан и тольяттинцев. Так что выставка приобретает современную интерактивность и одновременно сохраняет колорит эпохи прошлого столетия. Эта экспозиция не городского уровня. И даже, я бы сказала, что в России их не так много. По сути дела, сегодня мы говорим о том, что на европейской музейной карте появилась новое пространство. И для Тольятти, мне кажется, это вполне может стать еще одним брендом города. Сейчас в краеведческом музее в рамках новой выставки открыты три зала – «Буревестник», «Авангард» и «Маяк». Они охватывают историю города с 1917 по 1960. О Тольятти времен строительства Волжского автомобильного завода и лихих 90-х позже расскажут экспозиции «Космоса» и «Сатурна». Ирина Грумеза, Борис Кислицын. Новости губернии. Тольятти.